Большая императорская корона была сделана в Москве в 1730 году ко дню коронации императрицы Анны Иоанновны. Со временем серебряная позолоченная основа короны покрылась патиной, драгоценные камни потеряли блеск. Некоторые камни стали подвижны. Венчающий корону турмалин с алмазным крестом был снят. Демонтировались и другие крупные элементы, закрепленные резьбовыми соединениями. Все элементы были бережно промыты специальным химическим раствором и дистиллированной водой. Большая часть драгоценных накладок оставалась на основе и очищалась вместе с ней, поскольку демонтаж мог бы нарушить оригинальное крепление на тонких металлических усиках – клямерах. Алмазом, рубином и турмалином вернулся их первоначальный блеск.